ЧП случилось накануне вечером. Водитель джипа выехал на запрещающий сигнал светофора на ЖД-переезд и столкнулся с локомотивом. Пострадавших нет, сообщает представитель пресс-службы РЖД Виталий Кляйн. Ситуация с железнодорожными переездами так или иначе остается сложной. Казалось бы, вот в прошлом году она у нас вообще была тяжелой, можно так назвать. 8 ДТП с погибшими детьми, резонансные происшествия, которые прогремели на всю страну. В этом году, конечно, меньше, 3 ДТП, пострадавших нет, но мы как бы не успокаиваемся. Здесь нужно понимать, что любое дорожно-транспортное происшествие с поездом – это всегда высокая опасность гибели множества граждан. В этом году ДТП на переездах произошли также в Кулундинском и Каменском районах, благо без погибших. За нарушение правил проезда железнодорожного переезда, это на запрещающий сигнал семафора, на закрывающийся шлагбаум, 1000 рублей штрафа, либо лишение права управления от 3 до 6 месяцев. За повторное такое нарушение, лишение права управления на 1 год. Помимо мер наказания, есть и меры предотвращения. Устанавливают знаки, создают светодиодные линии, дополнительные системы оповещения. И, конечно, проводят беседы и акции. Соблюдайте правила, хорошо, смотрите по дорогам. Сегодня такая предпраздничная акция прошла на одном из ЖД-переездов Барнаула. Водителям вручили сувениры и небольшие подарки. Такие же мероприятия уже прошли в Кулунде, Бийске и ряде районов. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.